Добрый день, в эфире программа «Союз нерушимый». Приветствует вас ведущая передачи Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, спустя две недели мы снова вместе в нашей студии. И надо напомнить, что в прошлой нашей передаче мы с нашими гостями договорились, что спустя две недели встретимся здесь, поговорим на не менее интересную тему. И наши гости уже, похоже, что цикл уже начинается, так сказать. И наши прошлые гости с прошлой передачи с нами, да? Спасибо, что согласились быть сегодня в нашей студии. Представляем их. Нурислам Хаджи Касимов, имам села Корено Слободского района Кировской области. Нурислам Хаджи, добрый день. Ассаляму алейкум. И священник, алейкум ассалам, отвечаем вам. И священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проректор Вятского духовного училища. Здравствуйте, отец Василий. Здравствуйте. Добрый день. Приятно снова. Вот напомню, что это такая фишка нашей программы «Союз нерешимый», когда в одной студии у нас духовные лица. Я хочу сразу вам сказать, мы с Володи ездили здесь, похвастаемся, ладно, немножко. Нас признали победителями в России, нашу передачу, которую вы тоже в том числе участвуете, да? И мы ездили получать в Москву награду. И хочу вам сказать, что вот в таком формате, как мы с вами работаем, и мы с вами пытаемся донести, ценности угу. нашей жизни для наших слушателей, мы в России единственные. Значит, вы единственные, кто любит своих слушателей. Почему вы? Почему вы, хазрат? Я-то всех люблю. Мы с вами вместе. Правильно, ваше профессиональное качество, любовь к своим слушателям. Спасибо. Спасибо большое, да. И самое интересное, за что мы вам очень-очень благодарны, и, значит, нашему имамату, так сказать, кировскому, да, и, соответственно, и епархии, что мы можем вот в таком формате во всех других регионах России, как оказалось, бояться в таком формате встречаться. Спасибо вам большое. Ну, может быть, не то чтобы бояться, но с каким-то... Остерегаются. Там, да, с недоверием относятся к таким форматам. Ну, да ладно. Вот. Похвалили сами себя. Ну, а что делать-то? Какие варианты? Ну, да, это комплимент скорее вам. Вот. И, ну что, я скоро собираюсь увидеться со своими внуками. Большой салям передавайте. Да, и сегодняшняя тема очень перекликается. Как раз мы взяли сегодня тему такую очень серьезную. Мы сегодня хотим поговорить о православных и мусульманских традициях воспитания детей в семье. По моему глубокому убеждению, предназначение каждого человека, да не только человека, любого, наверное, живого существа, да, это чтобы в определенный момент времени стать родителем, вырастить полноценное во всех смыслах потомство с богатым духовным содержанием. И, ну, по мне, вот это самое большое предназначение человека. Вот как можно прокомментировать мое такое убеждение с точки зрения веры? Да? Развитие, прокомментировать. Да. Начнем с сегодняшней точки немножко назад. Угу. К чему мы пришли, наше общество постмодернистское, пришло к тому, что ценность человека от того, что он достиг в своей жизни имущественно. То есть показатели материальные, да? Показатели. Какие-то? Статусно, да. Имущественно. Нет ценности, не стало такой ценности человека просто за то, что он человек, за его душевно-нравственное качество. Ценность его знаний только в том, насколько они применимы для добычи материальных благ и статуса. Возвращаясь назад, мы видим, что всегда вот знание и воспитание передавалось от отца к сыну, от отца к сыну. Так уж случилось, что прошлый век вырвал из этой цепочки огромное звено родителей и детей. И когда общество пришло к тому, что ведь надо как-то воспитывать, иначе наши дети нас погубят, наши родители нас погубят, общество к этому пришло и оглянулось, а не из чего брать. Единственное, что нашли, это истоки. В первую очередь, истоки религиозные. Почему? Религия и православная, и правоверная. В первую очередь занимаются тем сохранением наших канонов и передачей их следующим поколениям. И всегда обе религии призывали воспитывать своих детей так, чтобы они становились полноценными членами общества.
так, чтобы они становились наследниками нашими. Как я говорил в проповедях, что вот посмотрите, впереди нас сидят наши родители. Они оглядываются и говорят нам: мы вам оставили наследство душевное, духовное и имущественное. Что вы с ним сделали? И представьте себе, вы будете оглядываться назад и своим детям пытаться что-то говорить. А что вы им оставите? Что у вас есть, что можно передать? Чем вы можете воспитать своего ребенка? Я уж не говорю про внуков. Для этого надо, в первую очередь, самому как-то стараться. Это очень трудная вещь, воспитывать ребенка. Я опять удивился трудности задачи, поставленной вашей вот сегодня передачей. Очень трудная, очень объемная. Опять будем сокращать до уровня микрофона. Давайте. С одной стороны, вот вы широко начинаете отвечать. С другой стороны, и вот я вопрос Володи, который он задал. Ну вот в чем предназначение получается нам? Вот, а зачем нам вообще в таком случае? Вот, вообще, нам зачем вообще рождать детей, растить их и воспитывать? Вообще какой смысл-то тогда в этом? Коллега, да, отец Василий. Да. Позиция православия. Вы можете, конечно, и продолжить какие-то мысли или там что-то еще добавить, но вот... Да, возможно, я несколько разобью вашу мысль. Дело в том, что вы упомянули о том, что в России сейчас огромный кризис семьи. У нас очень часто принято в настоящее время сожительство, внесемейные какие-то отношения. Очень в сейчас немножко улучшается ситуация, но тем не менее по-прежнему остается большая проблема с рождением детей в семье, огромное количество абортов и так далее. Все это следствие, на мой взгляд, глубокого повреждения нашего религиозного сознания, которое произошло уже во времена 70 лет борьбы с религией, которая осуществлялась как раз на территории Советского Союза. Да. И важно понимать, что современный кризис — это кризис не воспитания детей, да, а кризис нас, нашего общества, нашего сознания. Нас самих, абсолютно согласен. Взрослых, да, людей. Абсолютно верно, да. Потому что если бы не была утеряна наша вера, то тогда в таком случае и проблем бы с воспитанием детей, с передачей этого опыта, именно я хочу подчеркнуть, опыта деятельной, религиозной, деятельной, нравственной жизни в нашем обществе бы не было. Потому что как было до революции, дети воспитывались на примерах своих родителей. Тоже оставалось и долгое время после, только потом чаще всего это переходило на родителей, потом это переходило, что знакомо очень многим из нас, на наших бабушек и дедушек. Рислам Хаджи сейчас сказал тоже про родителей, да, про, да. Про их роль. Да, да, потому что, возможно, многие из нас не помнят, как учили нас родители религиозной жизни, или как они обусловливали важность нравственной жизни. А вот бабушки, они обусловливали именно религиозно. Да? Нельзя делать что-то плохое не потому, что это будет плохо в лице других людей, не потому, что за это тебя осудит общество, а потому что этим самым ты разрушаешь собственную бессмертную душу, потому что этим самым ты противопоставляешь себя тем законам Божьим, тем заповедям христианским, которые твою жизнь делают достойной и нравственной. И поэтому, еще раз повторюсь, конечно, проблема в воспитании детей не в детях, а в нас самих. Хорошо. Констатировали, так сказать, факт, да, того, что очень наличие тяжело, вопросов. Очень непросто, но вот сейчас хотелось бы сосредоточиться, потому что время у нас ограничено, хотелось бы сосредоточиться на конкретике. И все-таки что же делать в этих условиях? Как же все-таки воспитывать детей? Хорошо, очень просто. Да. Очень все просто. Хотя, а может быть, все-таки еще нужны дети-то вообще? Сейчас начнем зачем? Изучать. Может быть, и хорошо деньги заработать.
заработали, значит, там, можно ну хорошо, там, ну вопрос. Вообще, зачем? Не власти в промысел Божий, детей не вы делаете, вы же не папа Карло, детей Бог дает. Вы только собак. Причина, повод его появления. Инструмент Божий, да, для того, чтобы... Хорошо, пусть инструмент Божий. А он вам дал как аманат, доверенность. Воспитывайте. Отец Василий. Дети нужны для того, чтобы сами христиане могли реализовывать свое христианское предназначение. Сам человек мог реализовывать самого себя, потому что без того, что ты частицу себя, часть своих сил, своего времени, своих усилий отдаешь другому человеку, тем более тому, за которого ты ответственен перед Богом, без этого не может быть нормальной человеческой жизни. Тогда она тонет в эгоизме, самовлюбленности и в глубокой нравственной деградации. Здесь прозвучало очень хорошее слово «ответственность». Да? Ответственность. А ответственность перед кем? Ответственность, конечно же, перед Богом. И ну, можно сказать еще по-другому. Перед своей совестью, которой ну, есть глаз Божий в нашем... Перед обществом. Перед сообществом людей. Перед людьми. Да, перед в котором мы живем. Это можно разглядеть в воспитании ребенка стремление общества к самосохранению. Потому что безнравственные личности разрушают общество. Если вы, значит, возьмем обратно, вернусь все-таки, да. Для чего же мы детей-то этих да. рожаем? Божий промысел, Аллах их нам дает, Господь наш дает нам детей. И мы должны помнить заповедь, которую посланник Аллаха Мухаммад, мир ему оставил, «Куллю маулюдин валидун аляль фитра». Каждый новорожденный младенец рождается с естественной верой. А потом родители делают из них христиан, иудеев, мусульман или язычников. То есть верой в Бога? Да, изначально. Вот этот заложенный семечко, задача родителей развить, угу. раскрыть. Оттуда уже в канонах религии есть, как сказал опять пророк Мухаммад, мир ему, «Аль-муслиму ман салима аль-муслиму бильядихи ва лисанихи». Настоящий мусульманин, настоящий верующий, покорный Богу, это тот, от которого мир, благоденствие и отсутствие вреда для всех людей. И нет вреда ни от его руки, ни от его языка. Угу. Это общественное отношение. Ибо защита общества есть во всех религиях, есть обязательно. Члены общества, ячейка общества, семья, так? Состоящая из родителей, детей, и родителей, родителей, детей, детей. Она также должна сама себя защищать и развиваться. Когда мы выращиваем картошку, я деревенский мула, когда мы выращиваем картошку, мы стараемся отобрать получше семена, чтобы да. повкуснее ее покушать. Это так. Не только мулла сохранить. Это делает, и я тоже да. делаю. Мы стараемся лучше обработать землю, да. для того, чтобы нам было легче ее посадить, обработать, выкопать, чтобы опять-таки лучший результат был. Да, чтобы земля была, имела силу. Я удивляюсь, как мы к детям собственным не относимся так же. Угу. Потому что... Потому что... А мы можем здесь перебивать друг друга? А может, да. Можем поддерживать, развивать, пожалуйста. Потому что мы же никому, кроме своих детей, не нужны. И наши дети, кроме нас, тоже никому не нужны, по большому-то счету. Вот эта ячейка, это единство. Вот сюда надо вкладывать свои усилия, знания, терпение, труд огромный. Угу. Вот. Да. А как мы дальше будем развивать с коллегой? Да, я хочу подчеркнуть, простите, я много раз слышал, безусловно, эту фразу, что детей дает Бог, и вот сегодня наши гости подтверждают, что оно действительно так. Так. Отец, детей спасибо. Дает Бог да, для да. спасения собственной твоей души, тебе как объект, который ты будешь опекать, о котором ты будешь заботиться, и через это ты сам будешь расти, глубоко расти духовно. Потому что мы знаем, что отсутствие внимания к своим детям или к воспитанию своих детей, это как раз и следствие духовной поврежденности, недостаточности человека. Ну вот здесь вот Ислам Хаджи спросил меня, как
также общество. Вот выскажу свое, может быть, такое немножко субъективное мнение. Дело в том, что я считаю, что дети, значение детей в первую очередь нужно для самого человека. Вот. Но общество, задача общества и цель функционирования общества как раз в том, чтобы в человеке, как частичке, это как элементе общества, поддерживать вот это осознание ценности и семейной жизни, нравственной семейной жизни, и деторождение как следствие нравственной семейной жизни. Общество мыслит целями общества. Да? Государство мыслит целями государства. Но разве для общества и разве для государства деторождение не является благом? Да, является. И поэтому... Государство продолжает существовать. Абсолютно да. Верно, да. И поэтому, именно поэтому для государства взаимодействие с верой, взаимодействие с церковью как раз в вопросе... как бы это вот сейчас вот современным языком говорят, популяризация mm-hmm. семейных ценностей, да, насаждение этой ценности, может быть, даже в каких-то моментах пресечение тех явлений, которые разрушают семейные ценности, есть важнейшая задача. И в этом смысле, конечно же, вообще тема семьи, она... крайне объединяющая для многих религий и для, в том числе, государства и общества. И в этом смысле должно быть единое какое-то направление соработничества для того, чтобы семейные ценности воспитывать. Да. Вот как раз у нас есть тема для сотрудничества двух величайших конфессий. Вот смотрите. Как закладывается нравственность в ребенке? Она закладывается с бракосочетанием родителей. То есть, когда отношения узаконены государством? Богом. Ага, перед Богом. Перед Богом, в первую очередь, всегда. Угу. Государство всего лишь помогает сохранить статус и защитить наследственные вопросы. То есть, подождите, речь идет о специальном религиозном обряде? Да, да. Обязательно. Есть православие. Венчание? Есть, в исламе тоже есть. Я потом уточнение небольшое сделаю. Конечно же. Вот. Закладываем для начала семечко нравственности. Угу. Каким образом родители узаканивают свои отношения? То есть ребенок, который родился, потом не спрашивает: мама, а кто этот дядя? Конечно. Его даже, если он спрашивает, он кто этот дядя, его даже и мамам, маленьким и мамам нельзя ставить. Это закладывается так, когда ребенок вырастает в семье, вот папа, вот мама, он знает. Даже если у папы несколько мам, он все равно конкретно знает свою маму и своего папу. Он уверен, он спокоен. А дальше возникают уже, начинаются приемы и методы воспитания. Мы возьмем их духовное воспитание, физическое воспитание. Две отрасли. И о них уже дальше будем говорить. Отец Василий просит тоже слово. Про духовное и физическое воспитание, я думаю, сегодня дело не дойдет. Мы в следующую передачу. Нет, я думаю, что да. Мы про духовное мы можем поговорим. Вкратце планово ознакомим. Не переживай. Объемно очень. Я готовился, такую книгу толстую принес. Книга действительно не маленькая. Я вообще не готовился, потому что тема немножко сместилась. Поэтому говорю из обычной жизни. У нас наболело. Мы же работаем с обществом. Потому что вот если... Хотели замечание сделать. То есть у нас получилось так. Первый шаг... как бы к нравственному воспитанию ребенка, это оформление отношений перед Богом. Ну, если так можно выразиться, как бы, да, я прошу прощения. Можно я небольшое уточнение сделаю? Вот для православной церкви, для нашего сегодняшнего общества, если мы обратимся к документам Русской Православной Церкви и ее отношению к браку, то законным с точки зрения церкви она считает тот брак, который расписан в ЗАГСе. Угу. Это, кстати, не опровергают очень многие мифические достаточно представления наших сограждан о том, что, дескать, штамп в паспорте нам, дескать, не нужен, вот, а вы нас повенчаете, вот перед Богом мы будем, значит, верными друг другу, а общество там. Так вот, самое интересное, что именно с этой вот небольшой, может быть, пустяковый элементе, как штамп в паспорте, начинается очень многое. Ведь
Приведу на вопрос, повенчайте нас без регистрации, я всегда отвечаю. Во-первых, я не могу, а во-вторых, просто по велению своей пасторской совести никогда бы не стал этого делать. Насколько я понимаю, не только вы, но и вообще православная церковь, да. Она не сделает этого. Абсолютно верно. Почему? Если вы не можете перед обществом дать обещание, что вы будете вины, как взять вы на себя ответственность. Абсолютно верно. Взять на себя эту ответственность. Как вы будете это обещать Богу? Да. И поэтому, соответственно, вот именно с этого момента, с расписанного брака, да, а желательно и жить, начиная с этого расписанного брака, о чем можно, конечно, долго говорить, и это уже, наверное, тема будет другой передачи. Да, да, да. Вот, начинается достойная, ну что ли, атмосфера, достойная песочница для воспитания детей. Ну, то есть тот самый шаг. Абсолютно верно. Направление. А вот да. Венчание, простите, да. Закончу, а вот венчание в православной церкви чаще всего уже совершается как раз тогда, когда супруги уже внутренне готовы еще и попросить Бога, попросить Господа о том, чтобы он укрепил в этой непростой задаче сохранения да. и проведения семейной жизни. Это известно, жизни. Что венчаются жизнь пары, которые людей. Прожили 10 лет, 15 лет, 20 лет. Да, и... Но... Конечно, в идеале венчаться молодыми. Я даже слышал, в Госдуме собирались узаконить браки в церкви, в мечети. Которые... Вот тут вопрос вот в чем. Я как раз в связи с этим хотел задать этот вопрос вот, отцу переделал. Василию. И, значит, потому что когда отец Василий сказал, что после штампа... Да, постарайтесь ответить, только я предупрежу. Я хочу... За 3 минуты. То есть 3 минуты у нас. Окей, я хочу просто или навести, или вопрос задать. Отец Василий, вы как специалист, вы ведь еще и ученый богослов. Ведь раньше штамп в паспорт, имеется в виду до революции, не ставили. Тогда венчание регистрировалось каким-то образом, да, и становилось официальным документом государственного значения. Правильно я? Да, абсолютно верно. Ну, потому что на церкви она несла функции регистрации. Да, фактически просто для того времени венчание, оно же и было фактом государственной регистрации. И это записывалось в определенные журналы, в то же самое и значит, у нас в исламе. Точно так же, так называемые метрические книги. Да, абсолютно верно, и это становилось как бы доказательством того, что эти люди они являются... родословно восстанавливают до сих пор. Да. Это ценный источник. У меня есть еще один вопрос, но если Володе надо перерыв сделать... Нет, еще можно пару минут. Пару минут не получится, очень такой вопрос-то. Хорошо, давайте тогда прервемся на эту небольшую рекламу. Как мы своих детей. Да, скоро продолжим. Настолько глубоко приходится углубляться, что не получается за короткие секунды. Реклама пройдет быстро. Мы продолжаем программу «Союз нерушимый». Ведущий Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Еще раз представим наших гостей. Да, сегодня с удовольствием представляем наших гостей. Нурислам Хаджи Касимов, имам села Карено-Слободского района Кировской области. И священник Василий Песцов, настоятель храма Иоанна Предтечи города Кирова, первый проект Вятского духовного училища. Остановились на том, что факт регистрации брака перед Богом, он раньше, вот в исторических, да. Почему сегодня важно, чтобы на уровне государства этот брак был зарегистрирован, чтобы штамп в нем был. И когда говорят, что вот нам штамп не нужен, то есть я просто задал вопрос и получил у обоих наших сегодня гостей подтверждение, что записи церковные и мусульманские записи в мечети, которые производились, они являлись, собственно говоря, юридическим, обладали силой юридического акта, что это семья. И поэтому раньше штампа не было. А сегодня он есть, потому что государство вот так вот отделило как бы, эти, от церкви, от церкви и так далее. Есть еще один вопрос. Ну вот женятся христиане и мусульмане. В смысле, смешанный брак вы имеете в виду? Вот он, смешанный брак. Ага, уже слышу вздохи. Вот ваш покорный слуга в таком положении. Это... И, значит, вопрос, нужно узаконить перед Богом эту ситуацию. Я нашел вариант, я сделал это не важно. Вот вы, пожалуйста, вот как, значит... сделать, узаконить эту ситуацию. Понятно, что, я так по своему дилетантскому мнению понимаю, что в храме венчание не будет происходить, потому что, скажем, один из них не христианин, да, как венчать не христианина. Так?
Извините за острый вопрос. Ну, да, давайте уже отвечать. Да. Отец Вадим. Азиз Александрович, вы поставили меня немножко в трудное положение, потому что я вот честно могу признаться, что я подробно не знаю вот этот вопрос, как поступает в этом случае церковь. Но венчание, по-моему, в храме вот не могу сказать. Скорее всего, не будет совершаться между... Потому что если бы речь шла о, допустим, православных и браке православных и католиков, то венчание для них возможно. Да. Все-таки ислам и христианство слишком оказываются далекими друг от друга религиями. Вот именно в этом случае. Да, потому что все-таки венчание, надо понимать, что венчание — это таинство. И это одно из самых, можно сказать, сакральных действий православной церкви. И поэтому... Поэтому, конечно, вряд ли будет возможно такое совместная молитва. Но тут важно понимание того, что такие браки чаще всего совершаются между людьми, которые достаточно религиозно индифферентны. Да? Потому что все... Для которых не имеет значения, да? Да, для которых церковная жизнь, она достаточно далека. Нет самоидентификации религиозной. Самоидентификация, да. Да, вот. Это не какое-то там, может быть, попытка внести какой-то раздор между... Нет. Но это как, скорее как факт религиозной жизни. Другое дело, что в таких браках чаще всего они становятся либо потом впоследствии оба становятся православными. Вот. То есть кто-то переходится, да? Да, либо оба веру супруга. Да, либо становятся мусульманами. По крайней мере, зная о несколько таких браков, я примерно для всех них видел именно такой исход. Нурислам Хаджи, вам держать слово. Но Ислам Хаджи будет гораздо легче отвечать на этот вопрос. Потому что все проще. Ислам чуть-чуть продвинулся в этом вопросе. Очень просто в чем? Я практикующий имам, то есть для меня подобные браки не редкость, да. Особенно в Кировской области, особенно в Славянском районе. Да. Обращаемся к Корану. Всегда обращаемся к Слову Божьему. И там есть слова Божьи, означающие на русском языке следующее. Дозволены вам пища, ахлюкитаб, это люди Писания. Угу. Это единобожники, которым не было ниспослано Священное Писание, это христиане, иудеи. И дозволены... И мусульмане. Погодите. Ахлюкитаб. Дозволены, Аллах говорит, благая снеть из них. И целомудренные девицы из них. Да. Дозволено на них жениться. Насчет целомудрия тут как бы мы совпадаем. Вот. Да. Условия для девушки, выходящей замуж, ну, то есть не мусульманки, возьмем, допустим, русская женится, выходит замуж за татарина. Для нее условия, чтобы она не была многобожницей, потому что для многобожников, язычников, то бишь, да. Запрет, категорический запрет в Коране. Это случай, девушка выходит замуж за мусульманина. Угу. Я интересуюсь ее убеждениями. Даже она говорит, я христианка. Я говорю, хорошо. Ходишь ли ты в церковь? Она, да, говорит, хожу в церковь. Во время молитвы представляешь ли ты себе образно, телесно направление места для Бога, для Господа? Она говорит, нет. Я просто знаю, что Он есть. И никаким образом не представляю. То есть это не дерево, не камушек, ни камень. Не, он да, есть, но не представляем. Угу. Затем спрашиваю, веришь ли ты в Божьих пророков, в том числе и Иисуса, и Мухаммада? Он говорит, да, верю. Я говорю, веришь ли ты в Священное Писание? Она, да, верю. Я говорю, да, я тебя поздравляю. Ты практически мусульманка, но пока не признаешься в этом. И даже если ты остаешься на своей вере, мы совершаем брак. Акт бракосочетания, никах по-арабски, потому что Всевышний дозволил нам это. Угу. Если мы берем случай наоборот, то есть когда мусульманка хочет выйти замуж за немусульманина, неважно, какой он представитель какой религии,
какой представитель какой религии, хоть самый богобоязнен будет, если у него нет постулата веры в Аллаха и его пророка Мухаммада, она не имеет права выйти за него замуж. Такой брак никогда не регистрируется. Угу. То есть мусульманка не может выйти? Нет. Мы возвращаемся к чему? В семье женщина как слабая следует за своим мужем. И если он запретит ей устои ее религии, ислама, ей очень трудно будет сопротивляться. И мы боимся за душу. Аллах беспокоится о нас, о всех. И он нам это предписал, что нельзя таким образом делать. Нельзя слабую женщину, мусульманку, отдавать замуж за неверующего человека. А от этого зависит ее дальнейшая судьба в вечности. Угу. Вот. Поэтому нам очень просто. Это можно, это нельзя. Это можно при таких условиях, это нельзя никогда. А если женщина не крещенная, например, не православная? Я же спрашиваю, каково ее убеждение. То есть вы не совершаете в таком случае, значит, никё? Если она язычница, да. Нет. То есть если не язычница, а атеистка? Это атеизм тоже язычество. Понятно. То есть человек либо придает вот, раз шапка, два шапка, две одинаковых шапки. Это ширк, это многошапочье. Точно так же многобожье. Либо вообще нет никакой шапки, отрицание. Это тоже самая история категории. Это один из вопросов, в котором все равно религиям придется искать ответ и тем, и другим. Потому да, что, тема смешанных браков очень непроста. Почему? Потому что чем дальше мы живем, тем больше будет таких вещей. Одно из самых больших благоденствий, которые нам Господь, так сказать, даровал, это любовь. И очень сложно в этой ситуации... Я вас умоляю, не начинайте слово «любовь», потому что я вам опять небольшую лекцию прочитаю. Так, это будет следующее. Вот у нас буквально остается не так много времени, да. А мы тут вот только еще задел у нас такой получился к воспитанию детей. Да, ну а что делать-то? Оттолкнулись от момента, а что делать? Да, потому что ведь они должны родиться, эти дети, они должны родиться, наверное, в правильной семье и в любви. Ну что? Которая семья, члены которой смотрят в одном направлении. Смотришь друг на друга, надоест один раз. А когда смотришь в одном направлении, никогда не надоест. Вот видите, и мы переходим уже на тему любви. Но опять не добираемся до детей. Давайте, может быть, действительно попробуем перейти непосредственно к воспитанию детей, к теме, к которой мы очень долго подходили. Когда ребенок уже, собственно, как явление, вот он уже. Да. Или абсолютно. Еще на этапе, собственно, его вынашивания тоже много изменений. Ну, тема этапа вынашивания, она, конечно же, огромное. Ну, важно отметить, что в православии ребенок является живым существом с первого дня его зачатия. Именно поэтому так страшен грех аборту, где фактически детоубийство. Можно называть это своими именами. Вот. И неудивительно, что с первых дней его жизни происходит его становление. Для каждого же возраста, для каждого возраста ребенка следует своя, можно сказать, мера, когда родители говорят ему, и самое главное, лично своим опытом показывают тему нравственной христианской жизни. Да? Потому что с самого первого времени мы начинаем учить ребенка заповедям Божьим. Да? Те самые 10 заповедей, те самые основы христианского поведения, умение, может быть, не богословскими, конечно же, не богословскими мыслями, но, тем не менее, донесение до него таких важных христианских свойств человека, как умение прощать другого человека. То есть, суть можно донести более в простой форме, да? Да, вот абсолютно верно. Умение делиться с другим человеком. Опять же, обратите внимание, я употребляю слово именно умение, да? Не правило, не теория, а умение.
умение, потому что для, как мы все прекрасно знаем, для ребенка воспитание – это прежде всего подражание, отображение поведения своих родителей. Как живут его родители, так будет жить его ребенок. К сожалению, сейчас я вот, может быть, подниму опять эту тему неприятную, самым, можно сказать, деструктивным, самым плохим элементом для воспитания наших детей оказывается наши средства массовой информации, средства телевидения в большей степени. Ну, давайте прямо посоветуем, стоит ограждать? Конечно, несомненно. Стоит. То есть и вот здесь вот родителям надо иногда применить и свои уже властные права. Полномочия, да? Это можно, а это нельзя. Да, помните, по Крылову, где надо власти потребить, да? То есть, безусловно, и в этих моментах ребенок впоследствии, через какое-то время, будет родителям крайне благодарен. Он может быть недоволен в процессе воспитания. Но в жизни, результат? Жизнь его расставит все по своим местам. И он скажет, как хорошо, что ты меня водила в храм, как хорошо, что ты дала мне основы христианского воспитания, как хорошо, что ты научила правильно жить, как хорошо, что ты посоветовала мне познакомиться там или посоветовала мне правильно начать те или иные отношения, удержала меня от того или иного, от того или иного греха. И какие сожаления чаще всего испытывают уже взрослые люди? Да. Ах, почему мне не сказали? Ах, нам никто не говорил. Ах, а я вот думал, что это знал, можно. Да. А я не знал. И все, понимаете? Чем меньше интернета и телевизора, тем лучше дети. Нурислам Хаджи, у вас две минуты, чтобы позицию свою представить. Абсолютно верно в этом плане. Кстати, по поводу того, с чего начал отец Василий, считается, что ребенок вот с первого прям момента жизни уже все представляет существо живое. У нас все зафиксировано. Ну, вы неоднократно, кстати, да, об этом говорили. У нас отношение правовое к этому моменту, исходя из предания от посланника Аллаха Мухаммада, мир ему. Мы знаем, что на 40-й день после зачатия ребенок еще представляет из себя всего лишь каплю крови. Следующие 40 дней сгусток. 120-й день он уже представляет маленький плод. И вот как раз 120 дней – это вот та точка аборт, отсчета, да? Вкратце, аборт. До 40-го дня аборт является мубахом, то есть безразличным действием. Еще не уничтожается ни душа, ни человек. До 80-го дня нежелательность есть, греховность с 80 до 120, до 120-го дня. И вот 120-й день – это момент, когда ангелы спускаются в чрево матери и записывают ребенку, они приносят с собой душу, помещают в тело, он полноценный человек, записывают ему 4 неизменных вещи – это его ризок, то, что он употребит в своей жизни, его амаль, деяние, которое он совершит, его аджаль, последний момент жизни в этой, на этой... То есть время смерти, да? Время момент смерти, да. Да. И будет ли он шакин аву саиду несчастным или счастливым? А это зависит от веры. С этого момента аборт является убийством, официальным убийством. Врач, который совершил его, платит отцу ребенка штраф в размере стоимости 100 верблюдов. Ставер блюдо, это, если брать американский, это получается 700 на 170 тысяч долларов штраф платит. Почему бы у нас не как вести? Как все зафиксировано, это? Интересно. Все очень просто, я же говорю. С этого момента абсолютно запрещен аборт, кроме случаев. Показания к этому, показания, да? Там, медицинские показания. Момент зачатия, если он был незаконный, вот такие. С этого момента, естественно. Так, про незаконный момент зачатия тоже будем в отдельности говорить. Это отдельно, да. Ну, уплата штрафа не освобождает его от ответственности перед Богом. Естественно. Естественно. Это да, грех. И сопричастность, грех, да. Очень трудно. Минута буквально. Минута. И с этого момента уже практически начинается воспитание. Воспитание идет каким образом? Через еду, пищу. Она должна быть дозволенная. Так? То есть чистое. Чистое и Богом дозволенное. Раз. Мы то, что мы кушаем. Есть же такая поговорка. У нас взята. Затем
будет желательно для мамы вот даже такие вещи, как слушание Корана, речи Божьей. Будет благим, если она на живот положит руки и будет говорить: «Я Мухаммад», она: «О, восхваляемый». И это до ребенка тоже доносится, она же беседует с ним. Это все. Мама живет в чистоте, естественно. Это канон ислама. Обязательно. Это половина веры. И вот до момента родов, вот эта вся трудная задача лежит только на матери. И, как сказал Всевышний, означающее, от момента зачатия до момента отнятия от груди 30 месяцев. Угу. Сюда входит 9 месяцев беременности и оставшиеся до 30 месяцев, сколько там, 21, 21. Да? Кормление грудью. И беременность бывает, это еще жена пророка Мухаммада, Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала, беременность бывает от 6 месяцев до 2 лет. Врачи могут со мной поспорить, но это бесполезно. Пора, но, увы, нам завершает сегодняшнюю беседу. Ну что, через 2 недели? Задел к будущей передаче. Да, через 2 недели, 23 декабря, да, мы соберемся тем же составом и продолжим уже. То есть родим уже в следующей передаче. Да. А там уже начнем вот с момента родов. Да. Будем надеяться, что, конечно, те рассуждения, которые мы в этой передаче делаем, они помогут нашим согражданам, тем, кто приходит в храм, кто рассказывает о своих проблемах с воспитанием, помогут в конце концов сделать шаг к правильному воспитанию своих детей. Да, и Божий посланник сказал: знания через уши падают в сердце. Вот так. Нурислам Хаджи Касимов, священник Василий Песцов, спасибо вам большое. Прощаемся, через 2 недели встречаемся. Да, алейкум ассалям. Любите друг друга и своих детей. До свидания. Спасибо.